церкви. Сейчас мы принесли священник, книги. Старообрядцы, смотри, они делятся на два толка: беспоповцы и поповцы. Беспоповцы 48 наименований, а поповцев только двое: это Белокреницкая и древнеправославная, Новозыбковская. Это настоящая церковь, о которой без священства они должны принять. Без священства нет спасения. Потому что без священства нет таинств. А мы родились, вот мы, природа наша, Киржатская, мы там родились. Но когда я пришел в сознание, я понял, что без священства никак, и мы проходим церковь. Просто выхода другого нет. У меня брат, он священник, 32 года протоиерей. Ну, а бороды остались. Вот вы зайдете на сайт, на наш, вы найдете там то, чего нигде больше нету. У нас, мы насчитываем 12 томов Златоуста, аудио. 12 томов жития святых, Библия, архипелаг ГУЛАГ, 50 томов. Скачай на сети. Цифровая библиотека, да? Электронная, да? На сайте. На сайте. А если на сайте, вверху увидите, там написано «Православный форум Игнатия Лапкина», наткнете на наш форум, это 1300 тем. Все, что ваша душа желает. А на сайте справа колонка идет, 55 папок, вопросы, там, работа, евреи, мусульмане. Это я отвечал в разных университетах, здесь, за границей, где мне пришлось вести работа в милиции, в воинских частях, и люди задают вопрос, а я плохо слышу. И потом в письменном виде записки были. И там я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология. Что бы вы ни ткнули, одни вопросы идут. Любой вопрос ткнул, с ответом оно вышло. Да, согласно Слову Божию, святых отцов, канонов православной церкви, жития святых. То есть что-то можно создать, а это не создать, никому не создать. Это сама жизнь подсказала и Бог направил. Это невозможно сделать. И все понимают, что ну, это просто не... Вы сейчас меняете миссионерскую деятельность? А? Миссионерская, скорее. Да. Мы проехали до Байкала, сняли до Москвы. Мы даем, дарим. Папку захвати показать. Понятно. Сейчас покажу вам, где мы были. Коротко. Центральная библиотека страны. Это библиотека Ленина в Москве. Парламентская. Везде сейчас библиотека. Вот мы сейчас были здесь. В городе оставили и батюшки. Так, подержи, чтобы бедно не раздуло. Какой храм взяли? Сереж, подержи. Подержи. Сереженсианский? Нет, пожалуйста. Вот посмотрите. Я на бензин вам 1000 рублей пожертвую. Посмотрите, пожалуйста. Не, Игнатий. Вот. На бензин. Обожди. Тогда я вам книги дам. Да? Так никак. Занимайтесь какие? Полезным делом. Какие, Игнатий? А? Какие книги? Скажите. Ну, какие книги, значит? Кесину православие. Для Слова Божия не туз. А? Для Слова Божия не туз. Для Слова Божия не туз. Я читаю Евангелие, мне достаточно. Пап, ну, если дети интересны. Посмотрите. Просчитайте. Скажи тогда, Игорь. Посчитайте подряд. Ну, вслух, считайте, что вы будете слушать. Что про Патерс, Петербургского метрополя, компания на крови во имя всех святых, соединяя российских христиан, духовно-просветительский центр, патриаршее подворье. Дальше. Ага, библиотека вот, державная, духовно-просветительского центра, патриаршее подворье, благодарность приняла в дар Лапкина Игнатия Тихоновича. Книги «Новый Завет», с толкованием Блаженного Святого. Это Слова Божия нету? Он говорит, нет. Симфония на житие святых, симфония на канонические книги Библии. Слава Богу, нет. Это вы автор, да? Да, я автор. 38 книг. Вот вы заголовок только прочитайте. Вот, вот посмотрите, как эти книги вышли, когда. 40 лет материал только собирался. Что такое священство, церковь. Вот даже показать вам, вот мы строим деревню, чтобы показать, какие люди. Это вот мой брат. Вот здесь прочитайте, видите, это перед крещением, дальше, это вот идет крестный ход у нас, видите, я миссионер, потом вот Володя вот снимает, это вот как раз причащается, это вот Иисус Атисан, это мой брат, протоиерей, видите, вот в воде стоит, видите, как крещение должно быть, вот он, 13-летняя девушка принимает крещение, эти наши снимки, они на самые центральные православные журналы идут, сейчас покажу где-то здесь. Девочки вышли из храма. Вот она, вот она, вот она. А, вот она. Вот, вот видите, это православное поселение наше. Это девочки наши вышли из храма. Бог излучает грех. Ну, конечно. Поселок называется Потеряев. А грех он... Ладно, спасибо, Ром. Почитаешь? А мы почитаем. Я могу взять с собой еще домой. Ладно, спасибо. Ну, счастливого пути нам тоже ехать. С Богом. Нет. Ром, занимайтесь полезным делом. Всего вам доброго. С Богом. А для Слова Божия нету, не могли достать? Он говорит, нету. Что, кончилось? Ну, видимо. Пойдем, Михаил. Роган.
Да есть симфония. Симфония на стене нету? В машине-то есть там, в багажном отделе. Ну трудно достать. Можно достать. Так. Достань быстрее.